Слушай, какое это по счету видео со стенда компании ProMate, я не знаю. Но вот эта маленькая тонкая вещица, посмотрите, вот здесь на свету, маленькая тонкая вещица. Вот эта маленькая тонкая вещица, которая, ну, скажем так, вот так вот соединяется с iPhone 5, она позволяет заряжать его в течение, наверное, долгого времени, потому что внутри спрятан аккумулятор на 2600 мАч. И стоит это всего 20 баксов, а то и меньше. Но это такая ориентировочная цена, меня постоянно просят это говорить. Но это уже запущено в производство, это уже, в принципе, можно купить и вообще без проблем. Мне очень нравится, сзади все сделано так под кожу. Это кнопочка для того, чтобы увидеть уровень заряда. Он, видно, уже не максимальный, потому что мы, очевидно, не первые, кто об этом рассказывает. Выемка под камеру. Порт, точнее, коннектор Lightning. Здесь уже порт Lightning, чтобы можно было одновременно заряжать и телефон, и сам этот чехол. Но на этом дело-то не кончается. У компании есть для того же телефона вот такой вот кейс. И даже не просто кейс в том смысле, что это чехол, а еще и кейс использования. Здесь тоже 2600 мАч аккумулятор, но есть еще и динамик, с помощью которого можно дичайше, я думаю, прокачивать небольшие комнаты. Вот так. Но если у вас, например, не iPhone, а какой-нибудь другой флагман, но я, например, не люблю iPhone, а мне больше нравятся Android, у меня есть возможность купить вот такую штуку для своего Galaxy S4. И здесь уже 3000 мАч в сочетании с 2600, кажется, в самом Galaxy получается 5600. Это вообще какая-то зверюга, при этом тоже тонкая. Все, что я могу сказать, это вау, клево. И тоже меньше 20 стоит. Офигеть. Да, господи, даже если она стоила бы 1500 у нас в России, если когда-нибудь приедет, я бы купил, не раздумывая. Вопрос, почему же их нет-то до сих пор? Непонятно.